вообще в новейшем состоянии. 440 рублей. Я, конечно, не понимаю, как можно черепа рисовать на детских вещах. Еще и цена. Да, 30 рублей. Ну, вид, конечно, черепа. Старенькая такая, прошу прощения, старенькая такая футболочка, но аппликация милая. Просто хочу показать. Не вижу цену. Сколько? А, 30 рублей. 30 рублей. Вот здесь прям все отделано, вишеньки. По 90. Это новые. Одинаковые. Видите? По 90 рублей. Классные. Туничка симпатичная с капюшоном. 90 рублей. Очень симпатичная. Вот еще с магазина. Новости. А это уже нет. Это синтетика какая-то. Нет, хлопок. 30 рублей симпатичная футболочка. Совершенно новые лосины. 220 рублей. Сейчас ценник найду. 220, совершенно новые, с магнитной лентой. Вот она. Совершенно новая бирка. 220. Это еще спортивные штаны. 220. H&M. H&M. 220. Совершенно новые. Но размерчик на меня маленький. Вот симпатичные. Яркие. Для молодежи. Ой, эти с начесом теплые, но это как турецкие. 330. Посмотрите, какая блузка. Огромного размера. Сейчас я постараюсь все показать. Цена 380. Шнурочек здесь какая-то. Цифра. Прям такая огромная туника. Гляньте. Очень симпатично. Необыкновенно. Видите, какая. 280 рублей. Теплая-теплая пальто. Совершенно новая. Не вижу, чья бирка. Не видно. Но очень классная. Цепляю рукой. Не могу никак снять одним кадром. Не знаю, что это за бренд. Гляньте. Гляньте, какая фурнитура. Какая интересная на замке. Блузка, куртка. Хочу посмотреть ее цену. Сейчас скажу. 620. Интересно. Как всегда, людям нужно подойти там, где кто-то уже есть. Гляньте, какая рубашка. Состояние идеально. Какая красивая. 330 рублей. Сегодня полная замена. Поэтому цены без скидок. Очень красиво. Сегодня все видео из кусков у меня. Все видео из кусков. 280 рублей блазончик. Плотный трикотаж, совершенно новая. 330 рублей. Вот такая, как домашняя блузочка. А как же мне дотянуться? Неудобно дотягиваться. Туничка классная, домашняя. Это 220. Как всегда, найдется венчально-погребальный наряд. Вот, не знаю. Видно. Смотрите, с какими-то штучками. Трикотажная. 170. Тоже туничка. 170. Трикотаж, как вареный джинс. Очень нравится мне. С обратной стороны обычно. Простая. Не вижу, сколько. 330. Гляньте, какая. Классная огромная туника. 2XL. 2XL. Такая типа боха. Очень симпатичная. Очень мне понравилось. 70 рублей вот эта маечка. Какой-то. Бирочка ее такая. Полосатенькая, милая маечка. Вот еще что-то симпатичное. Рубашка как. Футболка как ночнушка. Футболочка H&M.
Не вижу цену. 280. Такой пастельный цвет. Что здесь? Шортики какие-то. Платье, я не знаю, чье все в бабочку. 550 рублей. Не могу дальше отойти. Там люди, не хочу снимать людей. Вот заразское платье. Не дешево оцененное, 820. Платьечко спортивное, 280. Ну такой не маленький размер. М, но как-то не маленький. Вот симпатичная какая-то штучка. Ну да. Такого большого размера туника. 440 рублей. 110, симпатичная туничка. Ну это, по-моему, отложенные вещи. Просто показываю. Много пижамок, халатиков прям в идеальном состоянии. Как новые прям. Обрезанная бирка. Да что ж у меня с голосом? Бирка обрезана, вот такое платье. Интересно. Это все, что я сейчас показываю, без цены, это все на развес. 250 рублей, 225 рублей килограмм. Гляньте, какое я нашла платье, 110 рублей. Детское. Боже, какая прелесть. Я не знаю, какой это размер. На сколько? Лет на 10. Шикарно. 158-164, ну да, это не маленький. Это уже побольше. На 5-6 лет 70 рублей. Гляньте, какая хорошенькая. Маша и медведь. Ну, это из разряда показываю все. Ну, то, что считаю, что не должно быть. Даже в шутку нарисовано. Ну, мое личное мнение. Молодежь любит такое. Вот очень хорошенькая, 110 рублей, гляньте, какая прелесть. Платьишко под лосинки, вот симпатичная. Такая с коротким рукавом пайта и с капюшоном. Стоит 70 рублей. Вон она, с капюшоном. Ну, конечно, мимо Гюс я не могла пройти, 280 рублей. В хорошем состоянии. Полосочки целенькие. Я пытаюсь вблизи рассмотреть через камеру. Ну все, показала, посмотрела. Подписывайтесь, буду делать прогулки периодически. То рукоделочки, то прогулочки. Подписывайтесь, заходите.